программу читать WhatsApp. Программу, которую читает WhatsApp. И я на протяжении недели, наверное, полторы, я следил, как Вика переписывается, что удаляет, что нет. У меня просто 120 скриншотов я сделал, как она сидит и засирает меня жестко, очень жестко. Мы просто, у нас такой момент был, ты знаешь, она на рекламе зарабатывает деньги, а я деньги зарабатываю по Enel International, там где-то сотка приходит, плюс мои костюмы. То есть нет такого, что у меня постоянно там, за костюм я деньги получаю, плюс Enel International. И нам сегодня надо было, короче, вторую сумму отдать. Мы тогда отдали вторую сумму. Она сидит на педикюре, короче, и давай, короче, там, блядь, там такой пиздец, там такой стёк, короче, с ее стороны жесткий. Да я никогда не буду Гусевой. Да-то-то-то-то-то-то, лухари, не лухари, нам сегодня надо деньги отдавать, а он что-то сидит, и, короче, непонятно такие вот моменты. Параллельно мне пишет, короче, приятные смс. Сейчас я их спалил в переписке, она пишет, я ей говорю, короче, я уехал, говорю, я дома вечером поговорим. По поводу сорта, я говорю, давай решим сегодня вечером, типа, по поводу всего остального. Она не поняла, в чем происходит. Я говорю, мне нужно уехать с Выпечеком здесь. И она сразу им пишет, что-то я не понял, мне кажется, он мой WhatsApp читает, типа. И я сразу ей отвечаю просто от тебя. Я говорю, тебе не кажется, я читаю тебя давно уже. Все, она пропала. Он ей написал go в ВК. Ну все. Скриншоты я ей хочу накидать. Все эти скриншоты. Ну представляешь, да? Ну просто как это понять? Скажи, объясни мне, пожалуйста, как это понять? Никак. Согласись. И только на рекламе. По факту монет никто из вас никак. У него у папы, блядь, гостиница и два номера в этой гостинице. Все. А мама у нее замечательная женщина. Но сама она, блядь, никто и ничего. Если бы не наш развод, она бы на нем не пропиарилась. Но кто она такая? Блядь, да никто. Ну ты представь просто. Я тебя, конечно, знать не знаю, но я могу тебе скриншоты покидать. Знаешь, я думала, твоя Женя бывшая, конечно, очень неадекватная женщина, но... Она очень адекватная. Но по сравнению с Викой я теперь вижу разницу большую. Очень адекватная. Причем это все говорят. Вот. Об этом все говорят, что Женя по сравнению с ней очень адекватная. Очень адекватная. Ты представь, если я сейчас даже тебе расскажу, ну, все, что я знаю про нее, все, что я думаю о ней. Просто представь. Угу. Ну, как бы... Да ты просто край свое мнение поменяешь у ней. Край просто. Это не человек, это просто ничтожество, блядь. По-другому я сказать не могу. Так какое ты решение принял пока на данный момент? Да я не хочу ничего. Какое решение могу принять? Но ты не собираешься ни мириться, ни свадьбу, ничего. Я не хочу, да. Я отослал эти переписки Абдулу, жене Мадинь, он очень хороший парень, верующий, он постоянно, блядь, чуть ли не пиздит эту самую Мадину за то, что она там постоянно языком треплется или еще что-то. Ну, как бы я его уважаю, он меня уважает. То есть, он такой хороший, адекватный парень, очень верующий. Он говорит, Антон, ты, я надеюсь, что никакой свадьбы после этого не будет, да? Чувство мужского достоинства должно быть. Аморальный очень человек, просто аморальный, это так и есть. Беги, Антон, беги.